Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами смотреть различные моды в GTA 5, и сегодня у нас Скорпион из Mortal Kombat. Я установил еще одну штучку, называется, не помню как называется, но фишка в том, что мы будем играть с акулами, то есть акулки будут играть с людьми. Допустим, представим, что у Скорпиончика есть такая способность. Мы, как видите, сейчас находимся на... в скобочках самолетики. Ой, хорошо, как здесь. Кстати, моделька выполнена действительно охренительная. Скорпиончика офигеть как детализировано. Смотрите, как он реально круто выглядит. Ну что, ребят, я предлагаю спуститься уже вниз и наконец-то проверить все, что может Скорпиончик наш. Естественно, этот скрипт замечательный. Так, давайте уже приземлимся, офигительно. Ой, Скорпион, до чего дожился, черт возьми, до чего он дожился, что он, у него парашют, охренеть, да? Так, значит, что мы делаем? Значит, мы берем пистолетик и дамочки в попку, вот так вот, и, естественно, опа! Ху-ху-ху! Акулки-то играются, охренеть, как... с людишками. Вообще, смотрите, сколько крови оставила акулка, и как она, черт возьми, из земли. Тут нет уж воды. Это ж как бы водяное это животное. Как оно могло вот прям с асфальта выскочить, я вообще не понимаю. Это, кстати, этот мод еще был с GTA 4 перенесен. Ну, как бы сделан для GTA 5, но он был в GTA 4, в общем-то. Вот, давайте стреляем вот так вот. И, естественно, акулка, охренеть, как играется, а? Вот это жесть какая-то. Давайте настреляем побольше. Попробуем настрелять, сколько будет влазить, потому что я не знаю. У-ху! Вот это была красота. Вот это была красота. Ну-ка, давайте еще. Вот на ту машинку. Должно же много выпрыгивать, нет? У-ху-ху! Реально три. Три этих, значит... В чем фишка? Надо стрелять именно в какое-нибудь транспортное средство, либо в людей. В общем, в какой-нибудь объект. Вот, какой-нибудь объект. Вот прекрасно выпрыгивает наша акулка. Давайте, допустим, в люк, да? Как бы, опа, в люк стрельнули. Допустим, она появится, нет? Как видите, если стрелять просто по асфальту, она ни хрена не появляется. А вот машинка перевернулась. Ну-ка, давайте подойдем. Ох, ого, копа она сожрала, охренительно. Как вы поняли, это... ничего остановить-то акулку не может. Ничего остановить. Даже такая огромная машина. О, черт возьми, чуть не в меня вот это говнецо. Допустим, вот мы по объекту, в принципе, стреляем, но ни хрена не получается. Ну, машинка, охренеть, как раздолбана. Давайте уже додолбим, наконец-то. Да, мощь Скорпиона. Тут наоборот вы скажете, да, Виолент, что... Ой-ой-ой-ой, как это замечательно, я не могу даже, ну, я не могу даже говорить, я хочу наслаждаться. Должны быть скорпионы, да, Виолент, блин, но здесь, черт возьми, акулы, как же так, как же так. Как видите, все равно мы стреляем, если она даже уезжает с того места, все равно акулка на машинку, куда мы стрельнули. Хорошо, отлично, давайте, а если мы возьмем, допустим, автомат? Ну-ка. Сколько будет акулок? Должно, как вы знаете, до хрена акулок быть, до хрена. Ну-ка. Ой, хорошо, как взрываются. Что-то здесь мало машин, да, сразу стало. Слушайте, 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 слушайте. А если мы сделаем, допустим, рандомных братишек на нас павним? Они, естественно, с оружием. Давайте сделаем братишек много. И сейчас прям в толпу захреначим. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Походу, мяско будет разлетаться, ребят. Ай, как хорошо будет разлетаться мяско. Ох, блин, походу, они начали опять. Давай, быстро. Да черт возьми. Ой, сколько мало акулок. Ну, мяса тут очень много. Давайте вот постреляем. Ой, хорошо, хорошо, акулки работают, а? Вы что, блин, грязные черти. Прям пожарку-то. Бедная пожарка. Бедная... Мы, кстати, сливаемся реально с пожаркой. Я тоже буду тушить. Тушить я буду. Давай-ка на него. Давай, на него и на него. Ой, какая красота. Меня только не надо с ног-то
убирать-то? Вот этих говнюков, вот этих надо всех раздолбить. Жрите, кушайте, акулки. У-ху! Блин, как же их много. Вот когда их много, реально круто. Опа. Стрельнули, и она появилась. Замечательно. Интересно, она сможет поезд, либо самолет там... Братишка, ты со мной хочешь бегать? Ты не в лучшем состоянии, я вижу. Я из Mortal Kombat. Дай-ка я тебе нокдаун сделаю. Блин, к сожалению, нельзя сделать ему нокдаун. Потому что это свой браток, но уже не свой. А если мы, допустим, с вот этого вот... Ой-ой-ой-ой, прям близко. Она еще с огнем была. А, это огонь из сыва. А, допустим, если мы с этого оружия долбанем, все равно, да, как видите, она... все равно появляется. Окей, нужно переместиться нам, допустим, там, где самолетики. Давайте переместимся и посмотрим, что там будет, а? Сможет ли самолетик поднять? И, кстати, с нами братишка вот этот. Блин, да убейте его уже, акулки! Ну, я сам прекрасно его разнес. Так, ну хорошо, хорошо. Так, а если мы через снайперку, да? Вертолетик. Ну-ка. Что будет? Как видите, ничего не происходит. Именно надо, чтобы походу на земле было, да? К нам копы, слава богу, не сунутся. Вот, допустим, вот это вот говнюка. Давай-ка. Сможет? Нет? Как видите, со снайперки почему-то не очень охота, да? Появляться акулки? Или охота все-таки? Да пере... Нет, все-таки охота, да, стари. То есть на определенном, как вы поняли, расстоянии, не на всех расстояниях. Блин, мне нужно какое-нибудь летающее средство, чтобы прям в воздухе. Ну да, конечно, с земли она прям подскочит и прям в воздухе, да. Ни хрена на самом деле этого не будет, походу. Давайте-ка, ну-ка, самолетик. Сделает? О, да. Самолетик нехило так подкинуло, смотрите. Он до сих пор жив, давайте. Опа. Бэмч. Красота. Давайте уничтожим самолетик. Давайте много акулок. Много акулок хочу. Блин, как-то мало акулок. Хочу много акулок. Давайте, быстро мне. Блин, как видели. Блин, откуда она появляется, а? Не понимаю я. Ну, подбрасывают реально офигительно. Ну-ка, ананас. А если мы станем вот под эту фигнюшечку, так... Ой-ой-ой, хорошо как... О, наконец-то. Раздавило. С этой машинкой, ну-ка, давайте посмотрим. Справится? Конечно, справится, куда она еще и денется, да? Блин, охренеть. Окей, а вот этот... А если вот этот самолетик? Это как бы заскриптованный самолетик, он просто здесь стоит. Ага, как видите, что заскриптовано, на то оно не хочет. А, на поезд мы устанавливали с вами, естественно, скрипт, чтобы поезд можно было раздробить в пух и прах. И, по идее, должно там сработать на поезд. А насчет вот этого заскриптованного говна, ни хрена, как видите, не получается. Итак, ребят, как вы поняли, игра вылетела, естественно, на самолетиках мы проверили, что... Самолетики, он, естественно, рыбки вот эти подкидывают. Ну, точнее, не рыбки, а акулы. И давайте на самом деле уже проверим, что будет с поездом. Бэмч! Ну-ка! Да, черт возьми, да! Это реально работает? Офигеть, не ожидал, что сейчас на поезде это дерьмецо сработает. Но оно сработало, классно. Давайте вагончики, естественно, все уберем отсюда с рельс. Чего же они будут мешаться, да? О, как... А вот сейчас, как вы поняли, ни хрена они не хотят как-то убирать их, да? Да, все-таки, как вы видите, чуть-чуть тут все-таки как-то заскриптовано, что оно не может убрать. Ну-ка, давайте еще, давайте на все вагончики постреляем-то, а? Может, сейчас все так сразу бахнут? Ой-ой-ой-ой, ого, с откуда ты там, родная, с откуда ты там? Прям с отсюда. А давай-ка мы будем стоять, ну-ка. Ой, хорошо как. Охренеть, прям на нас она, а. Все-таки борзые акулы, борзые. Надо бы с ними аккуратно приручать акул. Ни в коем случае нельзя вот таких диких. Ни хрена себе, она меня могла сожрать сейчас. Слава богу, у меня стоит бессмертие. А то было бы очень плохо. Тут уже менты, кстати, хотят на нас. Ну-ка, давай-ка. Ага, сквозь эту хрень. Ну ладно. Это как-то не особо.
Че, будешь убирать акулки? Давайте убирайте. Жесть. Вот это вообще круто, серьезно. Что здесь еще есть? Поезд, естественно, мы можем раздолбить. Самолетики тоже он как нехрен подбирает, убирает. Короче, работает это дело. Ну-ка, давай-ка на машинку тоже работает. Так, что мы еще с вами не проверили-то, а? Ну-ка, давай-ка машинка. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Походу, ему там вообще хреново. Слушайте, а давайте мы залезем реально на машину эту. А, ты уже не едешь, да? А вон большая машина едет. Ну-ка, подожди-ка, подожди. Стоять, стоять, стоять! Тихо! Стой, сказал! Смотрите, она поменялась. Какого фига? Черт возьми, она поменялась. Ну, давайте в заправочку. Заправочка раздолбится, давай-ка. Ай, машинка раздолбится, заправочка. Такие огромные машины тут ездят. Ну-ка. Блин, конечно, самолет бы сбить. Но это пипец как сложно. Давай в заправку. Заправочка не хочет? Давай тогда рядом с заправочкой. Да, красота моя. Красота. А давайте в продавца. Блин, где продавцы? Я вообще не понял. Ну-ка. Где продавцы? Где они делись все? Почему их нет на рабочем месте? Сейчас же день. Что-то мне вообще, ребят, непонятно. Давайте попробуем машину все сесть. Да, кстати, неплохо он там сидит. Ну, в общем, качественная реальная моделька. Смотрите, за руль держит все офигенно. Реально, выглядит офигительно. Блин, я не понимаю, где продавцы? Может, он появится... Банкомат, ну-ка. Банкомат, банкомат. Там никого нет? До сих пор? Блин, как-то непонятно. Если мы к вечеру, допустим, может, они работают только ночью? Ну-ка. Вот, допустим, вот столько времени-то. Блин, все равно ублюдка нет. Ой, пожарники приехали тушить. Дай-ка. Я залезу в вашу машинку. А если с машины стрелять, они будут вылазить? Давайте проверим-ка. Ку-ку-ку-ку. А, как видите, мы не можем, потому что мы шлангом сейчас управляем. Вот это хреново. Блин, мужик, ты что, серьезно, на меня что-то? Подожди, подожди, сейчас. Сейчас вот вылезет она. Хорошо захавала, приятного аппетита тебе. Приятного аппетиту. Хорошо хавает, хорошо. Очень хорошо. Ну чё там, продавец, где ты? Блин, серьезно, где продавцы? Окей, а если мы сейчас все-таки сделаем себе продавца? Давай-ка попробуем. Опа, да? Допустим... Ай, блин. Она ж... Ну-ка. Да-да-да, смотрите. Хо-хо-хо-хо. Прям в магазине это было жестко. Это было пипец как жестко. Охренеть, пол мокрый аж. Давайте еще, мне понравилось. А давайте атакующих, чтобы мы смогли с ними как-то атаковать. Бедный Майкл, да? Опа, опа, давай, три акулки. Прям в магазине, охренеть. Это реально круто. Все, и смотрите, сколько крови. Тут места от них вообще не осталось. Глазки он-то свои закатил. Как вы видите. Скорпиончик-то. Охренеть. Это очень жестко. Давайте машинку эту уберем. Вот здесь еще братишки. А, вот они. Ну-ка, давай-ка. Давайте, кушайте, 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 мои родные. Ой, блин. Охренеть. Я на самом деле боюсь, блин. Сейчас опять телепортироваться. Мне бы... куда можно? Ну-ка, с воды. Они будут? Блин, конечно, чтобы... Человек там был какой-нибудь. Ну, давайте мы, допустим, здесь нет никакого транспорта. Вот это вот, конечно, плохо. Так, ладно. Давайте сделаем с вами какую-нибудь лодочку. Блин. Надо вот обязательно мне водички это делать. Так оно не хочет, скорпиончик, тихо. Ой, скорпиончик. Блин, зачем ты это делаешь, а? Зачем ты водичку свою лезешь-то? Тебе разве можно в аду? Ой, как далеко, черт возьми. Ладно. Вот так вот делаем. Так, я думаю, достаточно будет. Ху-ху!
Вот с воды будут они вылазить, естественно, нормально. Потому что акулы, блин, с асфальта это просто что-то с чем-то. Ну-ка, опа! Давайте смотрим. О, вот это дело другое, да? Вот это совсем другое дело. Да, красота! Взлетает просто офигительно. Если мы прям вот эту хренью-то... Так она не хочет. Или уже далеко. А, как видите, сейчас она не работает. Блин, сломали. Да, слишком далеко, видимо, от воды. Ну, а это, естественно, должно сработать. Да, это... Да очень хорошо работает! Хрень, тихо! Тихо, куда полетел? Ну, конечно, щит! Щит, мэрфанат? Подожди, браток, где ты? Мне понравилось, как я вот на куфу сразу напрыгиваю. Вот здесь, кстати, пикничок какой-то. Давайте им устроим просто охренительный вечер. Здесь никого нет. Здесь зато много досок. Вот с огня бы она неплохо бы выпрыгнула. Ладно, тут больше никого нет. Окей, куда можно еще сходить-то? Интересно, какие места. Походу, самолетики проверили. Поезд проверили. Вроде все, ребят, проверили. А, поэтому на этом все, ребят. Не забывайте ставить лайки, комментировать. С вами был Виолент, и до скорых встреч. Всем пока.